Я здесь так поиграю. Нету в Японии, да? Ты что такое? Тут лазера нет, я не пойду в это играть. Туда и в это тоже не пойду. Покер был там. Давай так попробуем. Япона нету, демонами не буду, но поначалу постою, поделюсь. Антимага. Зарейтили. ЦК зарейтили. Клокерка не зарейтили, не знаю. Смотрим. Япона нету. Ну, давай не пробивной ЦК, может что-то сделает. Эх, не попали. Да. Классико. Но. Волф, привет. Больше хпшки засейвлю. Мека. На. Почему не Вангвард? Не знаю, мне не нравится. Если бы на мехах, может быть, Вангвард бы. Это все равно в сладко дам шмотки. Парк жесткий. Я думаю, да. Их не пришел.
Вовчик. Или справились. Сильно, конечно, не хочется, но... Хорошо, да. Здесь вроде хорошо у меня. Мека вообще четкая, но я успею, да? Я даже желтый стрик сделаю. Неожиданно. Теперь нужно понимать. Если волты, я продаю просто. Сейчас от экономики сделаю. Мы плавненько перейдем. Да. Сетис Ларк тоже было бы хорошо. Вот здесь, но уже в следующий раз. Восьмидесяточку не выходим. Зачем? Зачем сильный стол, который я могу, в принципе, еще какие-то раунды продержать? Следующий ход будет 80. Более секунды тут не хватило. То есть я бы сейчас проиграл, зачем мне это надо было? Лишние плюс 2, даже плюс 3 голды. Или монаги на мидгейм олф? Да нет, лучше хмок поставлю, стрик потеряю. Что так сделаем? Нормально. Вовчик не без телескопа даже дефнул. Кипер.
Ну, кипер не страшно, думаю. Лучше солзает. Я в этой игре достаточно хорошо сейчас понимаю, потому что у меня большое преимущество. То есть я вначале не понимал, что делать буду. Сейчас прям хочется воров хороших тут сыграть. Точно не драконы. Гаусы, белки, мужики. И... Чисто, чтобы стрик удержать. Магнус еще может, да, кентавра удержать. Пересянем. Сейчас Волок, 4 Лема, Корал, Химик, Волф, да, можно так играть. Вот это, в этой игре спокойно так можно играть. О, тут за счет Мейки, да, плохо. Ну, за счет Мейки прям нормально мне наваляли. С репкой. Тут его дефнул, это один и тот же файт. Ну ладно, на самом деле, нормально. Все равно. Какое-то время таким бортом-то играя. Умчиков поставим. О, два, три перка на луз. В сайберных умах уже. Вовчик готов. Опоздал, да. Готов был сбивать. Карты нету, да. В принципе, армор не обязательно. Мана мне понадобится.
Ну, сейчас на хумах даже хороший стол имеем. Да, ладно. Все шмотки в Сларке будут. Что у нас по ЭК? Вообще шикарно. Прям шикарно, прям шикарно. Синсоус еще без этих, без хумов. Вот тут спилен, дом дать. О, ого, ну все, Дум отыграл свое, в принципе. Принципе, можно строить через 100 уранов тут что-то. Ворона, варлоки, алемы. Пойти с... Может быть и тролли. Ну, что зайдет, ланай зайдет, тролль зайдет. Что зайдет там, то и сыграем. То есть варлоки очень круто будет. Пока так шикарно сидим. Хорошо, второй 8 левел, вторую игру подряд, да, палач вообще. Вообще круто. Прошлое так же, да, было. А прошлое я на репке, по-моему, так же, да. Я как раз на репке прошлое играл. Девятель будет, да. 4-4 шмотку надо. И тир-3 еще хорошая.
То есть на хумах могу спокойно проигрывать, хп терять. У меня, в принципе, и так стол плюс-минус такой нормальный. То есть я могу хпшку терять спокойно. То есть я и дефу и теряю. Тут буков дед собрали, но повезло, что вроде не 6 богов. 6 богов я бы тут миллион получил бы. Нага, конечно, еще злая. Нага злая, да, Маквой Дед злой. Ашку получил. Слушайте, хитрецы. Когда с роли, раз такие вы хитрые. Так, брат. Его поставить. Еще не все сильные там на шаудах сидят. Я обязан на хомах играть. Потому что это мне легко должно даться. То есть шауды есть, кто лузает, есть. Просто единственный зашел очень сильный, который всем хп будет убивать. Да, я тут прекрасно себя должен чувствовать на хумах. Вопрос в этом лонике, в этом апать, не апать его. Как он тут заиграть у меня может? Да. Дар виноват. Почему? Только что у него на стриме, в смысле только что. И сразу заразился, что ли? Ладно, вот это мне не надо точно. Рубик мне нужен. Это, не знаю, просто. Так, ну Сайбер со шаудом. Вот я про это и говорил, то что это достаточно выгодно так делать. Вот, да. Из богов, да. Да, морф идет, в принципе, тоже хочу попробовать так сыграть. А, на следующий ход просто драться. Еще раунд потерплю. Шауды тоже могут заходить. Но нет, 9 эльф, ну ладно. Мог бы, кстати, выиграть, да, если выставился, но это не страшно. Лишь бы миллиард урона не получить. Дум за что? Нормально, нормально. Десяточка это то, что я хотел.
Зайца. Так, шмотки у меня все в одном, да? 4 лима я не поставил, визарда не было, но ты и так дефнул. Следующий ход. Возьмем. Кларочку возьмем, рыбку. Зон. Пока так будет. Вроде как и ассасинами можно доиграть. Это я под тролля, в принципе, под варлоков, если там зайдут, еще буду держать. Здесь какая шмотка меня может устроить? Хорошо, возьму. Мне тир 4, да, шмотка нужна. А, нормально. Так. Ого, очень сильно тут с дизолем. Тауренов надо поставить, карточки нету. Все не пролазит. Кажется, 4 лема только. Насколько мне шейкер этот? Против кого тут интересов? Синов лучше, с учетом еще рыбки. Да, шейкер просто пока почили. Это хорошо. Действуем. Фэмили нету, ничего нету, виспов нету, то есть можно ролить спокойно. Да, можно просто в двоечку, эту втроечку прогнать, очень много роллов будет. И не самый такой билд будет. То есть смотрите, он еще этот сделал призму, то есть он еще на двоих кастит. То есть мне нужно какую-то линку сюда. Огрфуд, мета. За. У меня демеджа хватает. Там хоть и лемы, у меня демеджа много. Ой. Там хоть и. Ну, короче, туза замерзает, я успеваю ее добивать. Нормально. Рабочая схема. Это смуч еще на 4 хп так. Пытается, да, 9 эльфа дефает. Тут у всех сильно. Тут 5 драконов собрали, тут 5 драконов. Сразу отказались от 5 драконов.
enchanted, I'm sure. I'll just sharpen my spear and I'm ready to go. Что раз дефали? Тоже игры? Нет. Хочет меня дефает. Может было еще получше подралиться. Получается. У него там почти Т3 дуза. На крипов я дефаю. Тебе это можно доралить? Марси. Марси 12 зарядов будет стоуна. Пора бы и выбить эти заряды. Одна рыбка. Тогда нет ничего. Замерзал. Так. Привет, микрофос уже не пролазит. Уфчик меня дефает. И мне шмотки нужны, чтобы это все получилось. А вот так у меня стоит. Да, это жестко.
Наконец-то победили. Ну, стемпларка полегче. Я бы от бруды так сильно не пострадал бы. Как же он кайфует, да, на бруде? Мне две шмотки там залезут. Вот это разберу. Да, вот с темпларкой все же поинтереснее должен все делать. Да, отлично. То есть знак тут есть? Не туда, но... Мало ли вдруг. Шмотки, да. Шмотки не прочекать. Тут крутые шмотки. Призма. Ну, шмотки Вовчика прям хороши. Я дальше тут нормально чисто с Вовчиком. Там 6 знак надо будет ставить. Или 4 лемов там убирать. По шейкера того же и нага даже проще будет. Четыре лема. Против кого мне? Против 9 эльфа только. Да, я, наверное, другому сыграю. Для меня Enigma это не Т2. Только сказал. Чувствуете, как эта игра работает? Ладно, давай еще раз отдадим. Сюда дам. Я разберу потом. Там шмотки будут. Два разбора буду делать. Да, лево мне на самом деле не обязательно, тут 4 наги лучше будет. Литоролик, чтобы еще, да, чтобы было побольше. Самый тролль, которым тоже не против были поиграть. Да, я два разбора буду делать. Вот на лобак на шраудах сидят. Я тоже зарандомил. Можно было поинтереснее что-то тут, чтобы не выпало. Вот здесь элемы хороши, но вроде я и так в порядке. О, Вовчика я быстро, кстати, пробил, даже очень быстро. У меня сильный билд. Он рабочий, то есть там шмотки идеальные, но я вполне могу играть. Спектрас, Радик.
Блин, Рики зря не купил, конечно. Рики надо было купить. Да, БКБ нормально, с БКБ могу. Если у меня еще защита от Хекса, то что Элдер это 3 собрал. Уже хорошо. Рус воруем. Вовчик там. Где у него тут? А, Радик-то он вообще не у него, у Сайбера. Радик. Уже своруем. Уже хорошо. Ну да, да, да. А сколько мне скади еще нужно? Эти в коров, какие там коры? Да, Book of Dead крутой поиграл, конечно, кайфанул, но тут собрались тоже. Чё-то unlock лобби, согласен тут. Жесткие ребята. Этот хил нужен. Из этого что-то может сделаем. Рыбка, если что, еще есть. Запасная. Теперь 4 шматка, теперь 5 шматка. Необычайно долго все живут. Ну, шрауды. Жестко. Успел, да, сделать шмотку. Опять возьму. Классико. Да. Так, Лев, привет. Так, БКБ у меня есть. Да, в общем, в итоге меня дефнул. Классико. Володич, привет. Пушка у меня еще есть, да. Сайбера спектра, дизрапторы спектра Т1.
Да. Так, Вовчик пришел за стриком. И 3D нужно против спектры теперь. Шматки. Текс может не такой крутой быть. МКБ, МКБ, 3D, 4Z. МКБ, кстати, хорош будет. Блин, опять Рики опять не взял. Рики-то у меня вообще ключевой момент. Сайбер вылетел. А, там рапира была, и мне рапира прилетела, да? Ну, потом возьму в критической ситуации. МКБ надо. Карана брать. Критической ситуации возьмем. What the fuck? Yeah. Давай здесь лучше микрофос на подбить. Кстати, так пробили. Там шаут, три дум. Строун на шоуде, да, мне, короче, сейчас шмотки нужны в темпларку, хорошая рыбка, в принципе, уже не нужна. Хекс можно в кого-нибудь другого запихнуть. Того же Морфа. Либо 4 Лема, либо 4 Таурена. А, так, попробуем. Тут все равно Хекс, на самом деле. И так сошло бы. Ого, поляна какую. Хорошо. Конечно, не буду рапиру класть. Проблемки могут быть. Надо Т2 Рики, чтобы рапира у меня работала.
А, я и так побеждаю, да? Ну, 2 хексара и фреш, в принципе, нормально. Может, и лемы-то и не нужны тогда? Пока рапиру не буду трогать. Кого устраивает. Что там может произойти, я не знаю, но... То есть я глипниром еще могу сбить линку, и хиксы два раза могут зайти. Ну, вроде и так у меня сильно. Со шраудом меня. Да я и с лордарой готов собрать, если что, вдруг. Просто пока сидим. Рапир нельзя переделывать. Играет. А, Демон Хантеров делает. Ну так что там урона-то поменьше будет. Демон Хантер, ничего страшного, я этим закроюсь. Тини придется возвращать. Или Рики. Не, смотрите, работает. Вовчик, какой молодец. Прикинь. Посмотрим. С этой стороны. Да, нормально, нормально. Здесь. МКБ надо. КБ, МКБ, чтобы очень быстро все было. И, ребята, 3 темпларку надо бы собрать. Виспы есть здесь, виспов нету. Можно, получается, виспа так найти, это яйцо закинуть. Иксы есть. Рапиру можно уже давать, наверное. Мне просто еще можно вместо Магнуса что-то поставить. Еще одного Рики, да. Репка невидимка и, ну да, долго все делать, там пересобирать еще с репкой. Так, где мы? Так, почему так долго бьем? Надо было репиру дать, да, на время. Тоже репка невидимка хочу. Шо, вот нормально. Реки, кстати, хорошо.
посмотрим. Я все равно поставлю ногу на всякий случай. Там могут два Demon Hunter быть. Иногда меня могут переиграть. Поэтому я на всякий случай. Когда будет второй реки, там без разницы должна быть. Бы не собираю. Вот, да, тут Demon Hunter иногда могут, то есть нормально. Надо работать. Шмотки, шмотку одну, Вовчику. О, реки есть. Давай. Вовчик, я рапиру отдаю, если проигрываю, то все честно, правильно? На стриме меня сейчас подглядит. Да. Пусть так бывает. Ох, он убежал. И, кстати, убежал вообще, подглядел прям, Рикимару подглядел. Сейчас тут единственное, у него не достает. Ладно, да. Нет, все равно, по идее, должна быть. Лучше, нет? Нет, не лучше, лол. Да блин, бред, Вовчик, ты же подглядел, это нечестно. Как можно поставить так некрофоса, это невозможно. Это просто невозможно так некрофоса поставить. Единственная точка, которая не просвещалась. Да. Даже не альтовался. Ну да, сейчас рапиры. Ну блин, можно было не давать эту рапиру, выиграли бы. Тут он лука получается. Ладно. Переставил, я не стал переставляться. То есть... Да, уже с рапирой. Нечестно. Ну, нечестно прям. Рапиру тогда убери. Первый бери. Опять поставил туда, куда не дотягивается. Опять поставил туда же. Ну ладно, там хоть хекс прошел. Хорош, Вовчик. Пять, хорош, е. Деф на низ. Да я знаю. На самом деле, да, есть к чему придраться, Вовчик, я понимаю. Так же стояло. Ну, это сути не меняет же. Правильно. Да, мне на самом деле Блуторна могу сбить. А потом Хекс может прийти. В принципе, нормально тоже так стоять. В одного, второго. Нет. Не получится он. Ну, тут слишком сильно с рапирой. ГГ. ГГ, рапиру вообще не надо было отдавать. Вообще не надо было. Отдал чисто в тот момент, когда меня просто под стрим снайпили. Единственную точку поставили.
Так, ГГ. Ну, может, не 500 персональных. Так, это я чисто так говорю. Так, 3 из 8, не знаю, долго сидеть, недолго.